Всем привет! Сегодня мы будем делать банановые оладушки. Нам понадобятся бананы, 2 яйца, кефир, мука, сахар, ванилин или ванильный сахар и соль. Сначала нам наши бананы нужно измельчить. Можно их просто порезать кубиками, но я вот разомну вилочкой. Бананы обязательно нужно брать либо очень спелые, либо переспелые. Тогда вкус будет насыщенный. Зеленые не дают такого эффекта. Добавляем яйца сюда. Соли 1/2 чайной ложки. Сахар мы берем по вкусу, примерно 3-4-5 столовых ложек. Чем слаще вы любите, тем больше добавляем. А, забыла. Сода. Сода 1/2 чайной ложки. Так, с горочкой. Почти целое получается. Сюда же 0,5 литра кефира. Я взяла свежий кефир, но если у вас дома застоялся какой-нибудь в холодильнике, то можно его взять. Ничего страшного, даже лучше будет. Если он немножко уже прокис. Заградим. Теперь сюда мы постепенно будем добавлять муку. Вот сколько возьмем? Ну, здесь стакана 2 точно будет. Лучше воспользоваться миксером, конечно. Добавляем ванилин, немножко, просто для аромата. И дальше подсыпаем муку, перемешиваем, пока тесто не станет таким более густым. Ну вот тесто у нас готово. Вот примерно такая консистенция должна получиться, как густая сметана. Все, теперь готовим сковородочку. Сковородку нужно раскалить. Масло наливаем так, чтобы дно закрыто было. Масла не должно быть мало, но и не очень много. Все, масло нужно прокалить хорошенько. Теперь аккуратненько выкладываем. Огонь мы не убавляем на большом огне, мы жарим, пока первая нижняя сторона у нас не зарумянится. Первая сторона у нас поджарилась, мы их перевернули и газ мы уменьшаем, средненький делаем.
почти маленькие. Жарим вторую сторону. Оладушки наши готовы. Наша первая партия. Немножко нужно добавить масла. Также ждем, пока оно прокалится. И делаем вторую партию. Не забудьте, тесто каждый раз нужно перемешивать, потому что мука оседает. Огонь уменьшаем. Вот такие красивые пышечки у нас получаются. Я беру ингредиенты на большую семью. Если у вас меньше, то уменьшайте соответственно. Ну вот столько у нас получилось оладушков. Одна полная тарелка и еще чуть-чуть. Теперь попробуйте приготовить сами. Надеюсь, у вас тоже все получится. Всем спасибо, приятного аппетита!